Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить Underdread. Кстати, игру я перезапускала и хотела бы обратить внимание на то, что, во-первых, я, правда, не смотрела это в предыдущем выпуске, но инвентарь у меня пуст, что очень интересно. Также у меня одна подсказка и один щит, хотя их как бы было больше. Ну, ладно уж, мы посмотрим. Подбираем записку, и здесь записка детектива 17. Я все-таки смог протиснуться и без помощи алхимии. В смысле без помощи алхимии? Нормально, мы с алхимией протиснулись. Однако следом за мной вход завалило еще сильнее. Если кому-то хватит смелости или глупости спуститься следом, трюк с кислотой может им пригодиться. Эти пещеры кажутся древними, и более того, тут были люди. Похоже, тут также блуждают облака каких-то газов. Их стоит избегать или ждать, пока они развеются. Ха-ха. Понятно, я поняла. Избегать облаков. Вторая записка. Записка безумца 8. Ты, если вдруг услышишь вой, то помни, что то шахтеров мертвых души. По правой стороне всегда они идут, не видят комнат, лишь туннели. В любой пещере можешь спрятаться от них. Лишь жди, пока они пройдут. А, ну прекрасно. Окей, души шахтеров. Тоже, в принципе, понятно и уловила, все ясно. Тогда мы пойдем налево. Но я смотрю, что здесь, в принципе, все завалено, прохода нет и так далее. Поэтому мы идем прямо. Не знаю, честно, у меня это будет сейчас все один выпуск или два. Наверное, все-таки два. Потому что, как я говорила, игра весьма короткая. Что, наверное, ее и плюс, и минус. Блин. А, это огонь. Я сейчас испугалась. Блин, такие классные флуоресцентные грибочки. Так, вы подобрали страницу из дневника. Я пришел к выводу, что нечто подобное... Так... А это уже было. Вот что мне не нравится, странички дневника, они как-то в странном, хаотичном порядке добавляются. Странно, но в целом наблюдение бывшего владельца напоминает мне мой опыт общения с нынешними жителями. Они рассказывают ему те же истории, и он описывает те же события, происходившие здесь же. Не могу не признать, что трудно списать это на совпадение. Пожалуй, продолжу изучать его записи. Ну, мы, собственно, тоже теперь изучаем чьи-то записи и... Продвигаемся дальше. Ну, огонь нам хотя бы вроде вреда не делает. Так, страничка из дневника еще одна. А вот это уже 29. Я нашел также вход в пещеры и еще более древние захоронения, как и более древние ловушки. Черт, кажется, я перечитала его дурацких записей. Показалось, как будто кто-то прошел позади меня. Ну да ладно. Однако, сколько же лет этим пещерам? И в них стоят те же статуи, что и в замке. Похоже, что и сам замок древнее, чем кажется. А где те же статуи? Пока не вижу. Ну, если увидим, мы это заметим. Единственное, что я вижу, это надгробие. Они и здесь есть. И здесь вот топором кого-то убили. То есть явно это не вина призрака, да, который вроде как просто пугает. Он топором никого не убивает. Сюда пройдем, потому что здесь, как мне кажется, побезопаснее будет. Здесь есть книги и вроде как ничего более. Ну что, где эти призраки-то?
странно как-то. Причем кажется, что я слышу звуки, которые они издают, однако это пока что все. Ладно, присяду, и я попробую прочесть. Подождите. Слышите плач? И там красным что-то засветилось. Ладно, читаем страничку в журнале. Записка детектива 18. Одна из дорог перекрыта обвалом, и разобрать мне его явно не под силу. Путь вперед же оканчивается небольшой часовней и каменным залом, где когда-то был разбит лагерь. Обитатели, однако, мертвы. Я почти уверен, что есть и другой путь, и, возможно, стоит обыскать пещеру на предмет чего-либо скрытого. Слушайте, ну как вариант? Кстати, древняя монетка. Вот прям тут кто-то идет. Ну ладно, что может быть что-то скрытое? Здесь вроде ничего нет. Опа! Неподалеку гремит каменная стена. Слушайте, прикольно. Я камешек нашла в стене. А где неподалеку она гремела? Судя по звуку, это действительно было недалеко, но... Я пока ничего не вижу, и меня действительно смущает то, что здесь ходит и плачет шахтер. Блин, там кто-то плакал. О, игра сохранена. Слушайте, это круто. Я подобрала записку, но чтобы их прочесть, еще одну страницу, мне бы куда-то спрятаться. Давайте вот тут посидим. Даже, наверное, тут. Так, хорошо. Записка детектива 19. Похоже, что шахта весьма нестабильна. Еще два пути отрезаны обвалами, а последний закрыт рабочими перегородками. Наверняка есть способ их опустить. И он должен быть неподалеку. Угу. Угу. Опустить перегородки. Хорошо. Похоже, он отнесся к делу серьезным. Повсюду я нахожу трупы его крестьян и их останки. Изученные, обработанные, приготовленные для ритуалов. Это омерзительно. Но так выверено. Все сделано идеально, в точном соответствии с книгами. Интересно, чего он пытался добиться? Возможно, стоит изучить то, на чем он основывал свои опыты. Так, ну хорошо, хорошо. Допустим. Допустим, сейчас все даже идет неплохо. Зачем только мы сюда пошли?
Смотрите, рычаг. Вы слышите шум опускающихся деревянных заслонок. Потрясно. Слышу плач прямо вот за стеной. Стараюсь бегом часто не пользоваться, потому что, думаю, сами понимаете. Это не очень как бы круто, если пойдет призрак, а мне некуда будет идти. Так, хорошо, призраки не ходят слева, но ходят всегда справа. Давайте тогда прям аккуратно. Игра сохранена. Ну, я бегу все еще прямо. У меня есть один щит. И я не знаю, чем он нам сможет помочь. В крайнем случае. Все, я ухожу сюда. В бок. Страница из дневника. И даже не одна. Это был способ защититься от того создания, вне всякого сомнения. Правда, сам ритуал не был описан, и ему пришлось экспериментировать, додумывать и дописывать, опираясь на то, что он нашел в этих книгах. В них же описано и многое другое. Похоже, что автор этих книг также изучал окрестности, или был прекрасно осведомлен о местном фольклоре. Итак, один из первых ритуалов описывал своего рода ловушку, злого духа, окутывавшего жертву и высасывавшего из нее силы. Я приготовил все необходимое, точно следуя указаниям. Успех! Правда, поймал я всего лишь крысу, однако ритуал сработал совершенно точно. Хотя далее описываются и намного более невероятные вещи, нельзя останавливаться. Давайте еще вот это подберем. Так. Записка детектива 20. Учитывая наличие скрытых механизмов и кнопок, стоит быть начеку. Рядом могут быть и ловушки. Стоит глядеть под ноги и на потолок. Эти свечи на полу и кровь. Здесь что-то не так. Ну смотрите, я так вижу, ловушки находятся там, где темнота, так что мы идем по свечкам. Вообще классно сделали. Очень прям круто. Ну вот. Достаточно простая оказалась загадка. Снова игра сохранена. Блин, грибочки, красиво. Интересно, для чего такие длинные пещеры? Я так понимаю, здесь что-то нужно будет разгадать, чтобы я смогла это сделать. Осторожность себя оправдала, однако теперь мне предстоит пересечь небольшую пропасть, мост через которую даже обвалился. Нужны какие-нибудь материалы. Плач, слышите?
Так, ну... Я так понимаю, мы сюда вообще просто так, да, приперлись? Где я добуду какие материалы? Мне бы здесь дощечки, палки какие-то. Одну, например, и мы спокойненько так перейдем. Во, пара досок. Хоть они, казалось бы, и лежат прям тут, хотя, наверное, игра считает, что они, ну, прибиты. Так, окей. Нужно еще найти пару досок. Ну, монетка. Самое время ей радоваться, правильно? Опа. Кажется, я сейчас с ним встречусь. Слушайте, а он прозрачный, он именно призрак-призрак, то есть я его даже не вижу. Интересно, интересно. То есть мне... То есть это я прошла или еще нет? Подождите. Нет, еще, видимо, не прошла. Здесь же эти же записки... Взяли пару досок. Даже здесь лежит монетка. Подождите, он будто бы за спиной сейчас появится. Плачет прям тут. Так, я единственное, что хочу посмотреть, не нашла ли я какую-то другую записку, потому что очень часто в этой игре бывает, что мы находим что-то новое. Хотя нет, все то же самое. Опа. Идет. Вот он. Слушайте, какой он грустный. Бежим, 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 пока его нет. Один нюанс, что мне опять по этой штуке придется пройти. И очень жаль, что здесь нет сохранения как таковых. Иду пока пешком, потому что если что, так я смогу хотя бы убежать. Свет его виден достаточно далеко.
Блин, а где могут быть еще одни дощечки? А здесь у нас получается записка. Так, хорошо. Читаю записку. Едва закончив последний штрих схеме, соединяющей заклинание, я услышал удаленный стон. Поток холодного воздуха прошелся по замку, откуда-то издалека стало изредка доноситься тяжелое приглушенное дыхание. Похоже, что все это не лишено основания. Чем больше я вчитываюсь в источники, тем больше смысла я нахожу в них. Ну, я не знаю, может быть, я что-то впереди упустила, наоборот. Давайте попробую туда сбегать. Пробежимся обратно. Другое дело, что меня действительно очень смущает, что здесь ходит призрак, и я как бы на него не смогу ничего применить. С другой стороны, если я добегу до определенного чекпоинта, скажем так, то есть до того же моста, я хотя бы на него смогу свернуть. А здесь, согласитесь, достаточно далеко бежать-то. Так, пока вроде тихо. Вообще очень глупо, то есть получается, если мне надо проходить каждый раз задание с этими свечками. Потому что, нет, ну, ладно, оно не сложное, да? Но просто как-то странно его постоянно перепроходить. Я так считаю. Так, эти доски лежат. Ох, бегу до конца. А, ну все-таки здесь есть. Слушайте. Все-таки есть. Так что ладно. Не будем так сильно бояться. Идем на мост. И кладем на него доски. Как раз, кстати, там вон плач я слышу. Оп. Прямо здесь плач был рядом. Кошмар. Ну хотя бы игра сохранена. Я так думаю, двигаться мне, конечно, стоит побыстрее до ближайшего укрытия. Мы подобрали древнюю монету. Не, ну это хорошо, это я понимаю. Слушайте, а здесь какие-то ворота? Которые, походу, надо открыть. Призрак вон там, что ли, идет? Да, идет. Он идет только направо, я так поняла. Значит, налево он не пойдет. Да, все хорошо. Это, конечно, все равно небезопасная пещера, знаете, но так или иначе, какое-то время у нас здесь и есть. Зачем оно только нужно? Не знаю. Зато знаю одно. Здесь можно прочитать записку, которую я получила. Вот и остались мы с тобой одни. Пусть прошлый сыщик дальше и прошел, но вот тебе придется кнопки скрыто искать. И от чудовищ убегать. Скрытые кнопки. Понятно. Скрытые кнопки.
Учитывая, что прошлая кнопка была как камень, то у меня как бы есть сильные сомнения по поводу того, как она должна выглядеть. Понимаете, наверное. Оп. Подождите, он сюда идет? Да? Ух, он не пошел сюда, потому что это лево для него было. Обалдеть. Да, это, конечно, такое себе задание, слушайте, не из приятных. Вдалеке поднялась одна из решеток. Так, это для него лево. Теперь он тут пройдется. Для него это будет левый, мы тогда идем прямо. Так будет безопаснее, я думаю. Хотя, в принципе, мы можем и так сейчас за ним пойти. Блин, он сюда идет. Так, окей, 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 идем сюда. Пока у нас есть возможность это сделать. Потому что это жесть. Это очень, на самом деле, опасная миссия, ребят. Так. А, вижу кнопку. Вдалеке поднялась одна из решеток. Хорошо. Здесь какая-то стена есть. Но меня немного смущает то, что как бы... Ну, есть она и есть. А что с ней делать? Сейчас рискованно и даже бесполезно будет идти в ту сторону, я думаю.
Так, ну здесь я нажала же все. Окей. Ох. Блин, вы знаете, на самом деле, вот шутки шутками, а напрягаешься очень сильно во время этого задания. Потому что тебе все-таки надо быть аккуратным. Сейчас он, по идее, сюда идти не должен. Потому что это для него лево. Но это, вот честно скажу, нифига не радует. Так, хорошо. Все, две кнопки, значит, мы открыли это место. И что бы это значило? Окей, мы подобрали записку. Немного магии своей я приберёг-ка для тебя. Сей том возьми, да слуг в себе найди среди почивших. Их далеко оставил позади ты. Вернись туда, где путь ты начал, и возложи там том на алтарь. Слушайте, алтарь, по-моему, был вообще в задней комнате какой-то, в далекой. Окей, ладно, страница из дневника. Может быть, нам прольют свет на то, что здесь еще происходит. Так. Я видел его уголком глаза, я видел его стоящим за углом коридора. Даже этого хватило, чтобы почти полностью парализовал меня. А мне надо обезопасить себя, надо найти нужные ритуалы, нужные книги, нужные материалы. Я уверен, что все это есть у меня под рукой. Нельзя терять ни минуты. Люди, нужные люди. Откуда же их брал прошлый владелец? Хотя, постойте, столько сумасшедших снаружи, да и внутри. Наверняка никто не заметил пропажи пары другой. И что же ему позволяло это сделать? Наверняка все это хранится в склепе. Я уже почти нашел такое множество знаний там. Точно. Ведь и эксперименты были похожи на описанные. Итак, один из первых ритуалов описывал своего рода ловушку злого духа, окружившего жертву и высасывавшего, блин, из нее силы. Я приготовил все необходимое, точно следуя указаниям. Успех. Правда, поймал я всего лишь крысу, однако ритуал сработал совершенно точно, хотя далее описываются и намного более невероятные вещи. Нельзя останавливаться. Пробую я тогда добежать, что ли, до того алтаря. Все-таки думаю, что это будет последний выпуск по этой игре. Мы покинем эти спокойные и, наверное, отчасти расслабляющие пещеры. Правда, не всех. Например, меня они иногда напрягают. Так. Подождите, а что я только что подняла? Ладно. Уже, к сожалению, не прочесть. Мы очень близки к концу игры, ребят. Очень близки к концу. Вот только. Подождите, он вперед? Впереди. Все, отлично. Мне как раз надо направо. Мне нужно дойти до того алтаря, помните, в самом начале шахты. Самое главное это аккуратно, потому что свечи в каждый миг нас могут убить.
А самое интересное, что из-за того, что здесь ходит призрак, так вот умереть от него тоже не хочется. Ну, идем пока пешочком. Есть время, мы оторвались немного от призрака. Вот тут я, кстати, не очень помню, в какой он стране. Прямо нам надо идти или нет? Подождите, ну вот. А, не тот алтарь. Надеюсь, он здесь не ходит. Блин, он все-таки здесь ходит. Как обидно. Интересно, на каком этапе сейчас меня кинет? Очень интересно. А, ну слушайте, прямо здесь это все-таки круто. Окей. Только надо взять книгу. Надо взять, наверное, эти свитки, которые мы читали. С другой стороны, мы их как бы читали, да, и они нам не нужны. Ладно. Их здесь, кстати, и нет. Хорошо. Хорошо. Я думаю, что мы куда-то не туда сейчас свернули, и именно поэтому нам стоит двигаться немного иначе. Ну вот уж точно нам нужно добежать до моста. Ну что, призрак слева уже идет на нас, или он справа? Все, он идет сюда, да. Надо ему дать пройти. Да, такой темный. Просто тень. Он просто тень. Вообще нужно быть очень осторожным, потому что вот на другого мне наткнуться прям не хочется. А игра кончается, игра прям близка. Мне нужно только возложить, в принципе, книгу на алтарь и там парочку вещей сделать буквально. Давайте я попробую пройти прямо. Если что, путь отступления у меня есть. Вон там. Есть где спрятаться. Так, а здесь камни. Надо скорее... Для того, чтобы туда монстр не пошел. Значит, мы правильно шли. Thank you.
Блин, вот он сейчас за нами. Так, а здесь нет ничего. Так, ребята, я, пожалуй, отрегеню бег. Поэтому подождите меня. Ну и вот, я думаю, что тут потихонечку можно идти. FPS-то просел ужасно. Так, идем, идем. Ничего не боимся. И без бега. Мне нужно прямо. Вот он, этот алтарь. Что, ну что, мне за вами идти? Но там же призрак. До вас доносится звук обвалившихся камней. Один из обвалов был открыт. Ну, допустим. Ага. Смотрите, они меня правда довели куда нужно. Игра сохранена. Спасибо большое. Так я хотя бы смогу как-то... Ну, что ли? Компенсировать свою смерть в случае, если меня призрак какой-нибудь найдет. Ну, куда меня это привело? Куда я иду? Что это за место? Фиолетовый кристалл. Вот фиолетовую тележку я помню с кристаллами. Просто что-то такое. Я не узнаю это место. Это правда. Ну, я слышу здесь плач. Лестница наверх. Наконец-то. Подобрали страницу из дневника. Из записей неизвестного сыщика. Я наконец-то добрался до тайной лаборатории этого безумца. Все заставлено книгами, рукописями, свечами и чернилами, заляпано кровью. На столах лежат трупы. Похоже, что он занимался своими черными исследованиями долго и основательно. И подготовил свое логово специально для этого.
Да, должно быть, это было милое когда-то место, но явно не сейчас. Самое интересное, что у меня отрегенилось полностью бег. Поэтому, в принципе, хоть за что-то я спокойна. Опа. Мне понадобится 3 ключа, чтобы открыть их. На их поиски уже нет времени. А, ну понятно, в процессе прохождения, значит, я должна была какие-то ключи найти. Ну, шикарно. Не нашла, но, наверное, и фиг с ними. Да? Я тоже так думаю. Потому что это не что-то самое важное здесь. Кстати, только что я какой-то ключ подобрала. Почему оно все еще светится? Судя по записям в этой комнате, Лизу увезли в другое место. Я должен покинуть это место. Проклятие. Похоже, я опоздал. Тут явно держали ребенка буквально недавно. Следов борьбы или чего-либо еще не видно. Он может быть еще жив. Надо уходить. Этот ключ, кажется, должен отбирать секретный проход, как раз рядом с тем местом, где был спуск в подвал в лабораторию. Там должна быть статуя, которая работает как замок. Нужно поторопиться. Покинуть замок и отправиться следом, пока не поздно. Интересно, а как ты понял, что здесь держали ребенка? А? Где здесь хоть что-то напоминает детские какие-то принадлежности, мне интересно. Так, понятно, ключи это вот не те. Ладно. Ну, серьезно, ничего не напоминает что-то для чего. Ну, где содержали ребенка? Ничего. Окей. Замок рушится, и вы чувствуете, что за вами кто-то пристально наблюдает. Обернуться можно? Не, нельзя. О, слушайте, прямо падают, да? Прям неприятно падают. Что ж, мой путь дальше ясен. Я пойду следом за этим безумцем, похитившим Лизу. Дорога предстоит не близкая и полная опасностей. Но другого выбора у меня нет. Я обязательно найду ее, чего бы мне это ни стоило. Продолжение следует. Но, насколько мне известно, продолжения для этой игры нет. Зато у нас есть очень миленькие подписки, естественно, сообщества разработчиков, я думаю, почта их, Твиттер, да, Фейсбук. Но это очень так претенциозно. Но, с другой стороны, игрушка в принципе милая. Можно вспомнить всякие игры по типу Слендера, да, когда было крипово, и мы что-то собирали. Но, честно, когда я впервые проходила Слендера, мне было страшно от каждого шороха. И причем прям до победного, пока я игру не прошла, мне было стрёмно. А здесь, ну я не знаю, может быть после амнезии или еще что-то, но я скорее такие интерьеры нахожу не пугающими, а красивыми. И поэтому, в принципе, это было просто для меня как обычное прохождение. Да, она, наверное, после тех самых переключателей стала поинтереснее, потому что хоть мы дальше что-то и собирали, и возвращались обратно неоднократно, но все равно как-то мы использовали уже наши защитные амулеты. Мы уже больше двигались, больше ходили, а не сидели на одном месте и не сторожили камни. Потому что иначе это я никак не могу назвать. И вот эта вот первая половина игры, точнее, наверное, первая половина в половине, то есть где-то посередине игры, это было достаточно скучненько. А вот сейчас под конец было уже хорошо. Но, тем не менее, наверное, для кого-то игра будет действительно жуткой. Я, например, по-моему, в первую серию я испугалась очень сильно скримеров, то есть как на меня нападали там внезапно всякие разные призраки, это было забавно. Но зелененький призрак, который за нами гонялся постоянно, он скорее был смешным. То есть плачущий там призрак в конце был, вот действительно, ну, жаль его было. И, наверное,
за этим я и хотела бы поиграть в какую-то хоррор-игру, чтобы проникнуться историей этого призрака, понимаете, как он появился и так далее. Но, к сожалению, не все было раскрыто до конца, возможно, из-за того, что я не все записки нашла далеко. Также я не открыла бонусную комнату на ключах, но, в принципе, вы о ней теперь знаете, можете поискать во всем этом замке ключи, но учитывайте, что когда вы перезапустите игру, то, скорее всего, у вас из инвентаря все пропадет. Ну что ж, ребят, хотелось бы услышать ваш фидбэк насчет этого прохождения и, в принципе, пообщаться на тему данной игры в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось, и увидимся. Всем пока-пока, до встречи!